Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Ольга выходит из биоробота и становится рядом. Если в ее биороботе еще присутствуют копии или голограммы, любые чужеродные воздействия, все это сейчас выходит и становится рядом с тонкой копией. Тонкая копия только. Хорошо, защищаем. Физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ольгу в защитный скафандр на время работы и вместе с тонкой копией Ольги поднимайся в комнату диагностики. На месте. Хорошо, мы приветствуем Ольгу, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ольги, под ногами. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Ольги. Находит все. Не один канал. Хорошо, один канал. Канал один. Кто у нас там? Снимает ящер. Ящер. Считается. У нее тела, да, вот красный, оранжевый, желтый, хороший, а с зеленого и выше, вот он их захватил. Понятно. Считает, снимает все маски и голограммы, ящер представит в первозданном виде. Выстраивает ящера канал к другим ответственным, значит, 3-1. 2-3, если кто-то еще связан с этой энергией. Через ящера с Ольгой, тут притягивается в клетку и становится его заложником. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Знаешь, он на 4 лапах стоит. Он как ящерица. Больше. Кто-то притянулся? Нет, он один. Влад, просканируй, пожалуйста. Это голограмма. Если голограмма, убери ее. Но он меняется на ящера. Такого. О-о-о. Влад, сожги голограмму. Убери защиту. Плотная шкура у него такая. О, Влад, просканируй эту шкуру. Найди всю ее структуру. Подбери необходимое воздействие. Снимаются все маски и голограммы. Сущность предстает в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Убирая все защиты, все фантомы уходят, все голограммы уходят, сила моего намерения. Да будет так, в этой комнате это не действует. Это ящер, у него такие, как вот у крокодила, только темно-зеленые, и они плотнее чувствуются, такие пупурчатые какие-то. Наросты. Наросты, да. И... А ну, хорошо, Вера, считай цифры. Он выше стал просто. Считай цифры над головой этой сущности. 386. На каком основании, ящер, ты зашел в биополе осознанной души? Ты нарушил законы мироздания. И согласно манифесту произнесенному, ты сегодня будешь уничтожен. Ты готов уйти в галактическое ядро? Она подключилась к нему. Она подключилась к нему? Как она могла подключиться к тебе? Она медитировала. Ну? Поток от нее, который шел. Да.
фиолетовый. Угу. У него зашел он. Не был защищен он. Понятно. Как долго ты находился в ее биополе? 10 дней. 10 дней. Что ты установил в ее биополе? Но он показывает, он пытался устроиться у нее. Понятно, хорошо. Будем разбираться сейчас. И... пытался синхронизироваться с ней. Хорошо, и я даю команду тонкой копии Ольги. На счет 3 включаю Ольги внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на счет 3 она начинает вытеснять из всех своих 7 тонких тел все, что находится на чистоте ящера. 1, 2, 3. Любые подключки, импланты, конвекторы, все, что было установлено, его энергии, все это начинает выходить безболезненно из ее биоробота и формируется рядом перед Ольгой. Большой шар. Этот шар начинает нити его энергии и вибрации. Все, что на чистоте ящера находится, все выходит. Там энергии ее пораженные вот этой темно-зеленой какой-то прочитай вот этой энергии внутри. Это не яд, это не он не отравил случайно ее? Может. Хорошо, сейчас будем спрашивать. Я просто вижу цвета. Хорошо. Считай пока, сколько у нее энергии, какая частота вибрации на настоящий момент. 82. 12. И 12 Гц. Сильно понизил вибрации. Ольга, вы не выставили защиту, когда вы медитируете, выставляете канал. Вы должны дать обязательно команду, что этот канал защищенный со всех сторон. И изнутри тоже. И не просто медитировать, вы должны знать, куда вы идете. Выстраивая канал, вы хотели связаться с отцом, так выстраивайте канал напрямую, но он должен быть защищенным, обязательно. Только после этого вы имеете право подниматься. Смотри, шар сформировался, да. И для Ольги идет информация, да. От ее куратора, что она земная душа, и ей уже было сказано, что Меркаба ей нужна. Это ее защита, это одно. И второе, она именно вот эти энергии, угу. Земли и космоса гармонизирует внутри. Угу. Понятно. То есть она должна все внутри у себя гармонизировать, да? А внутри Меркабы она должна ее активировать всегда. Хорошо. Это ее защита. Ольга, я сейчас вам покажу, как это делается. В принципе, это одна единственная команда. Вы должны... Шар висит. Шар висит. Отправляем его в клетку. 1, 2, 3. Большой шар. Там есть кин присадки. Там вот эти энергии его. Хорошо. Значит, нам надо будет сейчас уточнить. Подожди секундочку. Я сейчас... Хорошо. Итак, Ольга, я вам сейчас дам текст, который вы должны сказать. И вы должны сказать «создаю вокруг себя». 1, 2, 3. И представляете себе каркас Меркабы, как она выглядит, найдете в интернете. Вот, и вы стоите в середине. Меркаба активирована. Это и есть ваша защита. Вы поняли, Ольга? Да, она поняла, она просит энергии еще. Конечно. Давай, посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Ольге до полного восстановления и корректировки, и какая частота вибрации будет полезна сейчас. 380. И? 27. И? На счет 3 в макушку головы Ольги начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли все по 380% каждый. Мощность потоков усиливается. Частота и вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. 1, 2, 3. Пошел подъем. Наполняем, усиливаем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Ольга? Подхожу к Ольге, кладу руки на плечи и моей собственной энергией сжигая канал к ящеру. 1, 2, 3. Удар. Сжигается канал. Открывается портал в галактическое ядро. Этот канал улетает в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Так.
Ну, здесь она сама сделала ошибку, наверное, Вера. Давай, под этим шаром открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Все, ящер, я тебя сегодня отпущу, но это первый и последний раз. Ты больше в это поле не заходишь. Но она сделала, допустила сама ошибку, поэтому ты сегодня уйдешь безнаказанно. Тебе понятно? Не возвращайся больше в это биополе. Потому что второй раз я с тобой не буду такой милосердный. Все понятно? А ему понятно. И он показывает на лазер на твой. Впечатлило. Впечатлило. Хорошо. Я не собирался на тебе его применять, если бы ты стал. Сразу, когда вышел, не показывал мне голограммы, не было бы даже его применения. Хорошо, ты готов уходить, ящер? Готов. И я даю команду на счет 3. Наверху открывается портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И ящер уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Да, лазер крутой. Хорошо, будем возвращать Ольгу в систему биоробот-душа. И я даю команду для усвоения вибраций и энергии. Возвращаем тонкую копию Ольги в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте.